горел на ходу. Сегодня утром пассажирский автобус номер 134 Улан-Удэ «Сосновый Бор» загорелся во время движения. Пассажиры экстренно покинули салон. Возгорание произошло в моторном отсеке. Причина пожара устанавливается. Автобус сгорел почти дотла, пострадавших нет. Прозорливый торговец, 32-летний житель Улан-Удэ, продавал пиломатериал, который ему не принадлежал. Объявление о продаже мужчина разместил на сайте Авито. Покупатель возил якобы по своим пилорамам и заключал поддельные договоры. Прибыль от продаж составила 300 тысяч рублей. Мужчине грозит до 5 лет колонии. Откупился. В Улан-Удэ виновник ДТП оплатил потерпевшему моральную компенсацию в 300 тысяч рублей, чтобы не лишиться водительских прав. Напомним, ДТП произошло в июле прошлого года. Водитель автомобиля Honda совершил наезд на 60-летнего пешехода. Потерпевший получил травмы различной степени тяжести.